никогда раньше не ходила никому. Я нашла. Господи. Что ты испугаешься? Всегда мы решали слабых всю жизнь. Так оно было. Обижена, слабых. Ну, плохо. Вспомнить, вот СССР, было землетрясение в Спитаке. Вот как людей эвакуировали, как им приют давали. Я даже разговаривала с армянином, вот, который работает в Москве, он врач. Он говорит, что маленьким его привезли из землетрясения в Спитаке, в Москву. И вот так он вырос в Москве. И благодарен, и работает в медицинском таком заведении известном. Вот. Россия всегда протягивала руку помощи, она большая, хлебосольная, такая добрая. Россия наша, матушка. И мы такие. Вот. Давайте жить в мире, в дружбе. Всех с весной, с прекрасным настроением. Спасибо хорошим, что должно быть у нас все. Я вот и вижу.